Война. Ты бы мог, наконец, взять отпуск и забрать меня отсюда? Ну, пей.
крышка, а теперь не время до отпуска. Скоро наша полная победа. И мы поедем в Дрезден. Москва, Дрезден. Чуть, умереть можно. Послушай, Пусенька. Кто-то мне говорил, что здешняя учительница твоя сестра. Ну и что? Ну да, сестра. И что с того? Не очень-то она нас любит, твоя сестра. Может быть, она тебе понравилась? Ой, выдумываешь. Таких женщин я не люблю. Кроме того, у нее ноги толстые. Да, это верно. Она немного толста. Да, но ты мне никогда не говорила, что у тебя здесь сестра. А зачем? Мы с ней почти никогда не встречались. Она совсем другая. Какая другая? Мы жили в городе, она поехала в деревню учить детей. Всем довольна, все ей нравится. А что она от этого имеет? Значит, большевичка? Ну, может, и большевичка, кто ее знает. Эта противная баба нас когда-нибудь отравит. Чего? Мы ее как-нибудь повесим. А скажи-ка, когда уехала твоя сестра из города? Я тебя совершенно не понимаю. Ты говоришь, что тебе не нравится моя сестра, а сам все время расспрашиваешь. Если я ее интересуюсь, не как женщина. Будь уверена, не как женщина. Всего партизанка. А Лена Костюк, которая мозг взорвал. Ну? Я уже распорядился, она арестована. Привезти в комендатуру. Слушай. Ну, милая, не по делу. Соня, у меня много работы. А я опять одна стою. А ты не скучай. Забери патефон. Обед тебе принесут, и я скоро вернусь. Ну, офигазин. Мелкая картошка. Умереть можно. Ты всегда такая? Что ты мне совсем не ожидаешься, а? Вот так посмотрела. Да что, я не человек, что ли? Целый день слова не с ним сказать. Умереть можно. Кажется, я вам ничего дурного не сделала. Почему мне не отвечаете? Зачумленная, что ли? Ты хуже зачумленный. Хуже. И умрешь хуже, чем от чумы умирает. Чего вы от меня хотите? Чего вы от меня хотите? Что мне было делать? Подохнуть с голоду? Ждать? Чего ждать? Они здесь навсегда останутся. Надо же мне было как-то устраиваться. Это говорит русская. Жена командира. Сережа, наверное, давно погиб. А Курт неплохой человек. Да-да-да-да-да-да. Я знаю, неплохой человек. Я не хочу здесь больше жить. Хватит с меня всего этого. А он возьмет меня с собой в Дрезден. Там лучше, чем здесь. Ну что мне здесь за жизнь была? Что, а? Не за каждой парой чулок ломай себе голову. Вот-вот. Тут ты и вся. Чулки. А твой Курт никуда тебя с собой не возьмет. В Дрезден. Бросит. Как всех таких потаскушек бросает. Еще раньше брось, чем самому удирать придется.
А уж придется. Ничего, ничего, сиди себе тут спокойно. Спи с немцем на моей перине. Вот наши придут, они тебе покажут, где раки зимуют. Ладно, ладно. Вот я скажу Курту, почему вы так долго по воду ходите. Как только придет, скажу. Скажу, что вы к сыну ходите. Ты откуда знаешь, куда я хожу? Ты откуда знаешь? Часовой! Я знаю все, что мне надо. Анфион, забежи! Она? Она. Фамилия? Костюк. Ты была в партизанском отряде? Я была в партизанском отряде. А почему ты вернулась в село? Зачем они тебя прислали? Меня никто не присылал. Я сама пришла. Как же так? Была в партизанском отряде? А потом вдруг пришла домой, в село. Скажи сразу, зачем прислали? Я сама пришла. Я не могла больше. Не могла? Почему же? Плохо пошли дела, а? У вас командира застрелили, а? Отряд распался, да? Про отряд я ничего не знаю. О, я... Пришла сама. Я пришла домой. Не хотела больше воевать? Да? Нет. Не могла больше. Почему же? Народы пришла домой. Что такое? Рожать пришла. Вот она что. Швенде. Сними платок. Пальто сними. Значит, ты хочешь спокойно родить ребенка? Чего, Ольга? Чего тебе надо? Я знаю, у тебя Ниночка больна. А тебе что? Мы тебе с Куртом можем помочь. Вот возьми шоколад для Ниночки. Можешь передать своему фрицу, что я их ненавижу. Что ты, что ты? А еще больше, я ненавижу тебя.